Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. И сегодня у меня наконец дошла очередь до видео, которое я обещала и два раза уже давала рекламу. Вот, что делать из тюля? У меня есть вот такие вот куски. Вот. Это прям старый тюль советский, хэбэшный. Вот такая занавесочка вот из такого тюля. Вот с каймой. Это уже более современная, но тоже можно в это дело пустить. И еще у меня вот такой есть кусочек. Вот. Немножко она голубенькая, очень красивая. И я решила ее взять. Вчера я купила вот такое кружево, как раз подходящее по цвету. И сегодня я буду делать то, что пришло мне в голову. И я думала, что я гений. Мне такая мысль в голову пришла. Но не прошло полдня, как я уже рекламу выставила, что я там такой шедевр придумала. Короче, бомбическая идея. Думаю, о, круто, я гений. Вдруг мне в интернете попадается, что вот эти все идеи, да, и я понимаю, что все, действительно говорят, все придумано давным-давно до нас уже. И я, конечно, с небес на землю быстренько свалилась, но думаю, все равно я это буду делать. Поэтому это будет зонтик. Вот такой у меня есть зонт. И сейчас я буду делать зонтик из тюля. Очень люблю вязаные зонтики, но вязать это долго, а я люблю, чтобы было все быстро, тяп-ляп и готово. Вот, поэтому сейчас я отпарю отсюда вот эту вот основу из плащевочки и по ней с краю из тюля пришью, украшу вот этим кружевом и покажу, что у меня получится. Так что, а вы посмотрите, кому интересно. Кому не интересно, можете сразу выключаться или перематывать на конец видео. Договорились? Поехали! Кстати, пока я тут ковыряюсь с этим распарыванием, хотела рассказать, как меня тут на днях дочь насмешила. Она, ну, не сразу все мои видео смотрит, но пересматривает. И вот посмотрела она видео «Моя сумка в этническом стиле» и говорит: «Мам, ну ты даешь! Ой, это так все просто, это просто, это любой может сделать, даже кто вязать не умеет. Вот смотрите, вот так, вот так, вот так, раснакит, раснакит, вот так, вот так, вот так». Она говорит, у меня, говорит, глаза вот так вот вытаращились, я, говорит, не успевала смотреть, что там вот так, вот так, вот так. Она говорит, ты хоть как-то помедленнее показывай. Ну, мне кажется, что все так просто. Так, все, я отпорола. Пока я это откладываю, мне нужна вот эта вот штука. И по ней я сделаю выкройку одного такого треугольничка. Сразу вырежу, быстренько их между собой соединю. И буду уже украшать потом. Я думаю, что я сегодня за час управлюсь, наверное. Но посмотрим. Так, время у нас 20, почти 20 минут восьмого. Посмотрим, сколько займет времени эта работа. Все-таки быстрее, чем вязать, я думаю. Еще забыла сказать такой момент. Если у кого-то прям целая штора ненужная есть, да, и какая-нибудь красивая кайма. Смотрите, вот здесь вот кусочек, да, тут как раз получается, как идет вот эта кайма, как бы углом, как раз получается, подходит под треугольник. Вот видите, ширины какой треугольник. И если бы у меня была целая штора, я бы, конечно, все треугольники бы вырезала именно по кайме, чтобы у меня вот, вот так вот края были на зонтике. И было бы очень красиво. Но у меня, к сожалению, целой шторы нет, у меня кусочек. Поэтому я буду делать без каймы. И для этого я купила кружево, чтобы потом украсить, сделать какую-нибудь там оборочку. Так, вот я выкроила
вот таких вот 8 треугольников. Вот. По размеру, как на зонтике. И сейчас я их между собой все сошью, сострочу прямой строчкой. И все. И буду уже примеряться на вот эту вот основу. Если все подойдет, буду пришивать и украшать. Так, что хочу сказать, не получается у меня примерить, придется пришивать. Все уползает, в общем, неудобно. Все вот эти вот болтыхаются спицы, поэтому сейчас пришью, посмотрю и покажу вам. Так, все, я пришила. Видите, как складывается все замечательно. Вот здесь вот можно тоже, например, приклеить, чтобы это все в тон было. Ну, сама форма зонта у меня, конечно, неудачная для этого варианта. Ну, как бы пробный вариант. Вот. Все отличненько. Если бы я раньше знала бы, да, мне пришла бы такая мысль, я бы своей дочери на свадьбу обязательно бы сделала такой аксессуар, потому что очень красиво для фотосессии, особенно если с какой-нибудь современной ткани, да, сейчас тюль такой красивый, богатый есть, вот, можно было бы такой очень красивый, шикарный зонт сделать на свадьбу для невесты. Ну, вот имейте в виду, вдруг кто-нибудь попросит. За вечер можно сшить зонтик без проблем. Даже и украсить можно успеть. Сейчас рюшечку буду пришивать. Кстати, время 10 минут 9. Так что почти я уложилась в час обещанный. Вот если бы не рюшка руками. Если бы это все на машинке, я бы успела и рюшку пришить, я думаю. Так что, ну, приблизительно, вот я думаю, за 2 часа можно все сделать с зонтиком. Вот так вот вдруг, если кому-то нужно срочно, например, для фотосессии, или вдруг кто-то заказал, попросил, за вечер можно сесть и сделать. Вот. Я в восторге. Пришила рюшечку. Правда, у меня зонтик на ладан дышит. Вот это сама основа. Надо купить новый и сделать на новом. Смотрите, какая прелесть. Какие краешки получились. Здорово. Ой. Штору зацепила. Классно. Я сейчас попробую сделать фотосессию, пофотографироваться с этим зонтом. Смотрите, какой он красивый. Здесь вот я серединку просто вот такой цветочек сделала. Вот. Вот. Красивый зонтик. Из простого тюля, из самого вот дешевого кружева, который, по-моему, 15 рублей метр стоит. На зонтик у меня ушло вот так вот рюшечкой обшить ровно 6 метров. Кстати, я умудрилась все-таки на машинке. Как мне не хотелось руками. Поэтому я все-таки изловчилась, пристроилась и все это на машинке прострочила. Вот. Такая красота. Очень нежно смотрится. Вот смотрите, если не носить это самому, допустим, да, летом от солнышка, то можно в садик на какой-нибудь утренник для образа, для фотосессии. Можно на свадьбу для невесты, для фотосессии. Можно много придумать, куда. Но в основном тогда для красивой картинки пофотографироваться. Смотрите, как здорово. А если на пляж взять, вроде бы как и загораешь, и в то же время такое рассеянное солнышко, чтобы не обгореть, тоже классно. Мне очень нравится.
Так что вот такая вот хорошенькая идея интересная. Хоть она оказалась и не моя, хотя я сначала была уверена, что это я такая молодец. Но, тем не менее, все-таки классная идея. Ну, а на сегодня у меня для вас все. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. У меня еще очень много всяких идей. Будет интересно. Ну, по крайней мере, я постараюсь. Так что подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Что еще? Пишите комментарии. Всех люблю, всем любви, света, добра, побольше вдохновения. Всем пока-пока.